Прежде чем приступить к нашему видео, хочу порекомендовать канал Lean Business. Ребята очень сильно интересуются стартапами и малым бизнесом. Регулярно выпускают интересные видео, в которых харизматично о них рассказывают. Ссылка на канал будет в описании. Подписывайтесь на них. Ребята, всем привет. Мы находимся в Пушкиногорском районе. Это Пушкиногорский район. Валера, это мой друг по институту. Это Опочевский. А, Опочевский район. Вот это озеро, это карпятник, так? Да. Здесь разводят карпов, подкармливают. Я объясню. Вот. И мы приехали половить вот такой бизнес. Разводят карпов, значит, ловишь 120 рублей за килограмм, покупаешь пойманный. И они впускают здесь воду, вылавливают всего карпа, сдают, наверное, куда-то. А потом по весне опять запускают мальков, подкармливают, выращивают. И так каждый год. И вот мы приехали, я расскажу. Я, кстати, снимал видео, как мы форель ловили. Вверху горит аннотация, также есть в описании к видео к этому. Про форель, тоже про бизнес на форели, на разведение форели в частном пруду. Кому интересно, перейдите. Ну а сейчас мы на этом озере половим карпов, я вам покажу и расскажу. Вот, вот Валера. Сейчас мы изготавливаем прикормку для карпа. В общем, за основу берем местный комбикорм. Вот. Туда погромче чуть-чуть. За основу местный комбикорм берем. Угу. Там мы высыпали пакетик панировочного сухаря. Вот. Пол пачечки кукурузной крупы. Пол пачечки геркулесовых овсяных хлопьев высыпали туда. Добавили пачечку такого орехового печенья, чтобы запахло орехом. Раскрошили мелко. Добавили халвы туда. Пол пачечки и вот такой кекс. И кто это придумал? Бисквит. Рецепт. Рулет. Вообще рецепт вот этого комбикорма кто придумал? Это народ? Да. В общем, не было никаких бисквитов, сливовых не было, пришлось клубничный бисквит. А обычно сливовый это самое любит, да? Сливовый обычно. Короче, ребята, если что, лучше не сливовый. Поэтому вот сейчас мы размешаем эту прикормку, добавим туда воды немножко. О, видите, я думал, что он вот этот рулет для себя купил, жрать тут, зараза. Оказывается, это вот. Из него делают прикормку. Значит, сейчас мы ее добавим местной воды, обязательно местной. Вся прикормка делается на озере уже обычно. Угу. И будем ждать, пока она настоится немножко. Шоколадный дип здесь не работает, поэтому будем... того, что есть. То, что было в магазине, короче. Из того мы и делаем. Пока ты делаешь, я покажу ребятам, как рыбаки ловят. Вот там машины стоят. Сюда приезжают. Вот на берегу ловят рыбу. Вот ловят на удочку. Побольше. Вот мы. Сюда. Дочь моя тоже ловит на удочку. Сейчас я вам покажу, где ее поплавок. А где поплавок-то? Вот эту крупу я еще решил добавить, чтобы у нас было больше поплавок. Вон там вот. Вот поплавок закинут подальше. На комбикорм. Карп клюет только на комбикорм, которым его подкармливают. Вон, смотри, я только ушел на дно. Смотри сюда, в объектив. Оля клюет. И что мне делать? Ребята, сейчас будет смешно. Я ждал этого момента, потому что будет смешно. Но ничего нету. Я не чувствую, что было тяжело. Говорят, что этот карп выдергивает удочку запросто. А что, клевал, правда? Ну, ты на дно тащил. Я вам только начал снимать. Это надо было подсечь резче. Это самое. Надо закидывать теперь. Я подсекла? Нет, кое-как. Ты... или поздно, или рано, я не знаю. Короче, по-видимому... Короче, вытянуть и посмотреть, целый ли комбикорм. Если нет, то насадить опять. Вот, вытаскивай, так, ну, вытаскивай и смотри, ну, если я комбикорм. Вытаскивай. Сейчас мы закинем еще раз, посмотрим, пока Валера тут делает подкормку. У нас уже была первая поклевка. Все, девочки и мальчики.
Становится интересно. Несколько комов сделать. Пока озеро покажу. Вот машина, как уже сказал. Кидать будешь ты? Ловит рыбку. Вот болтается. Это озеро. Да, я покажу всем, на что мы ловим. Вот смотрите, берется. Это что было? Вот он кидает комбикорм. Ну давай, кидай еще, я снимаю. Вот он там. Лепит комбикорм. Подкормку. Подкормку. Да, подкормку. Вот, а сейчас я покажу, на что ловим. Видите, крючок. Здесь резинка взята. Под резиночку такую, она из пипетки кружочком нарезается. Под резиночку комбикорм. И забрасываем. Вот, сейчас, ну, намотай еще. Сейчас мы показываем, как забросим. Давай, передам, я снимаю, мне неудобно. Валера, еще один бросок. Туда же, на то же место кидай. А сам. Да я с камерой, я должен показать моим уважаемым и любимым подписчикам, как все это дело делается. Надо леску держать в натянутом состоянии. Если леска ослабилась, подтяни немножко катушку, слышишь? Угу. Я вообще не вижу, где он. Он что-то лежит у нас. Ну да, он что-то лежит. Значит, там глубина мелкая. Так ты чуть-чуть дерни. О, все. Все стоит, да? О, да, как-то. Ну, карпа я поймаю сейчас. Хреново как-то стоит. Ты долго лай. Короче, клюет-то не очень, говорят. Можно за целый день ничего не поймать. Вот, но, ребята, такая идея бизнеса. Взят водоем, запускают малька карпа. И люди получают удовольствие, ловят, но потом все, что поймал, 120 рублей килограмм, ты покупаешь. И, соответственно, они тут потом вылавливают в середине сентября всего карпа, его сдают. Как это сказали, спускают эту воду всю с водоема, я не знаю, честно говоря. Вот, чтобы всего карпа выбрать, как уже сказал, сдают. И так каждый год весной запускают мальков, откармливают, в середине сентября вылавливают и сдают. Вот такая идея бизнеса интересная. Сейчас, если что-то мы будем ловить, то я вам покажу. Бери удочку, а я буду снимать, как ты поймаешь первого карпа. Может быть, даже поймаю. Ни одного. Вот. А ты-то видишь сама поплавок? Попробуй его чуть-чуть дернуть. Что-то он тогда у тебя хорошо стоял, а сейчас как-то хватит. Как-то не очень. Но клевал, клевал. Жалко, не смогли мы его подсечь. Как-то он кривовато стоит под углом 45 градусов. Мелко. Может быть, он зацепает дно, просто поэтому показалось, что он... Да не, что я дурак совсем. А тут, короче говоря, сейчас что-то плеснулось. Не знаю, слышали вы или нет, тут утки плавают в кустах. Может быть, и карп какой балуется. Вот там тоже бросают подкормку. Я даже видел там с берега, но еще камеру не успел достать, поймали. Вот, но как чего поймаем, я вам сразу покажу, расскажу. Ай, записываю. Ну вот, у Валерика первая поклевка. Твою леску не зацепил? Да вроде нет. Только закинул донку. Даже что-то утопило, жалко было. Сейчас это он мучается там один. Помоги ему. Столкни его в озеро. Чтоб не мучился. Ну, что-то ты сильно долго. Нельзя торопиться.
Вот такой карпик. Чуть опочку не потерял, да. Нельзя тут все. А что ты утопил-то? Я потерял... Что? Подставку для удочки не буду, я тогда уже буду на лучших руках держать их, да. Иначе все будут. Ну покажи мне на камеру-то свой первый лов-то. Такой вот карп. Небольшой. Грамм 900. Кормка работает, значит, у нас как бы все хорошо. Так. Вот, а там на берегу ребята ловят. Я уже при мне штуки 3, наверное, поймали. Как минимум. Так, а где тут наши поплавки? Там 3 поплавка, какой у тебя? Ну да, самый ближний твой. Вот, поплавки. Пока ничего. Как что-то будет еще, я обязательно сниму. Я вот тоже на донку ловлю. Была какая-то там поклевка слабенькая, но пока ничего. Ребята, я поймал. Тоже тащу. На меня. Куда ты тянешь? Это он сам определяет, куда ему тащу. Подожди, не сни так быстро, потихоньку. Блин. Сейчас будем удочку не поднимать. Это боится. Короче, у нас профилисты удочку оставил без этого. Подожди. Стой, держи его там, не сни, он здесь крови, наверное, скорее всего. Большой. Туда идти, к ведру, и быстрее достанем. Просто я положи и все. Ребята, смотрите, какой. Так, сможешь его, палец под жабрину сунь, один. Этот? Палец под жабрину, да, какой-нибудь, чтобы он не ушел у тебя. Ну все. Все. А теперь так и держать? Да, теперь так и держать. Отходи чуть-чуть подальше. Это больше программа. Да. Теперь вот надо сейчас. Вот еще. Где наша? Молоко от травы. Он тут уже? Да, он уже. Алло. Мы здесь в рыбхозе. Вон прямо смотрел. Мишка. Ну. Где камера? У них мужик рыбу тянет. Да. Подожди. Сейчас. Подожди, он зацепился за траву, сейчас отцепим. Он в траву ушел, гад, а? Сейчас отцепим. Они все в траву почему-то лезут сразу. Они в траву. Они знают, наверное, куда лучше. Вот это... Привычка, да? Их не достанешь? Чуть-чуть сюда. Подожди. А что, так не вытащить?
подсадки, ты что, обалдел, что ли? Без подсадчика. Давай, подсадком его. Ну, давай. Так, твоя удочка тоже это здесь, да, запутанная? Убери. Все. Блин, тоже больше килограмма. Еще 3 штуки нам надо взвешивать идти, чтобы знать. Сколько нам? Ну, показывай, что поймал. А? Ну, метра полтора, наверное, не меньше. Да мы сами первый раз здесь ловим. Вот. Мы с лодки ловили, а здесь, на этом месте, первый раз. Ну, покажи мне. Побольше килограмма. Хороший, да? Угу. Да. Ну, давай, тащи. Тихонько, это самое, снимай, я тихо, потихоньку сниму, чтобы ты заснял все это дело. Да, снимаю. Я тут траву не потянул, получше. Ну. Еще больше, наверное, чуток. Маленький? Большой. Не, он просто. Так ты сматываешь леску-то. Отлично. Все? Ну, разворачиваю, показываю. Сейчас я достану, что... Мелкий? Маленький? Да, обычный, как они здесь. Тянулся, как очень огромный. Тянулся тяжело. Потому что это карп, потому что карп рыба. Очень такая. Вот такая вот картина. Подкормка наша сработала. У нас ловится пока лучше, чем у остальных. Я
там потом тоже мы кстати. Не успела. Оказывается, не... удочка-то не наша. Я думаю, самый большой. Или близкий к большому. Так у нас клюет. Мишка догнал меня по количеству карпов. Так что надо подняться, что плохо вышло. Ну все, на этом наша рыбалка к концу подошла. 6 карпов мы поймали. Когда взвешивали, рассчитывались. Короче, 6 карпов на 670 рублей, 120 рублей килограмм. Это, наверное, чуть меньше килограмма в среднем каждый карп. Ну, наверное, какой-то поменьше, какой-то побольше. И вот я узнал, что осенью они сливают воду, там какая-то дамба, в речку всю воду сливают. Вот это огромное озеро, ну не то, что огромное, большое озеро, оно полностью сухое осенью становится, и всю зиму оно проводит полностью высушенное. Там воды совершенно нету. И всю рыбу, там плотва, щука, карп, они все сдают. А весной заполняют опять, перекрывают. Водой наполняется, и весной разводят из мальков, заводят, откармливают. И так каждый год. Вот. И там на другом конце там начальство какое-то говорит, у них ловит какой-то бизон из фильма «Морские дьяволы» или «Морские охотники», какой-то сериал. Ну, я такое за два часа мы поймали. Вот, и мы за два, Валера подсказывает, за два часа поймали 6 штук. У кого-то там даже побольше, мы, видно, раньше ловили, кто-то вообще ничего не поймал. Вот, ну, не особо клевалось сегодня. Вот, но вот такие дела, так провели время. И вот такая идея бизнеса. Искусственный водоем, тоже речка. Ставят дамбу, наполняют водой, заводят рыбу, откармливают и на продажу осенью. Ну а в течение летнего сезона рыбаки ловят и за денежку свой улов выкупают. Все, на этом все. Ставьте комментарии, лайки и обязательно подписывайтесь на мой канал «Народный бизнес», чтобы следить за новыми идеями бизнеса и заработка в интернете. Всем пока!